синем углу боец из Екатеринбурга. Ему 26 лет. Рост 170 сантиметров. Вес 61 килограмм, 250 граммов. Профессиональный рекорд. Один бой. Одна победа досрочно. Максим Усаян. Его соперник в красном углу. Боец из города Талица. Ему 23 года. Рост 172 сантиметра. Вес 61 килограмм, 450 граммов. Профессиональный рекорд. 7 боев. 6 побед, 4 досрочно, 1 поражение. Представляющий команду «Рать» клуб «Урал Топ Тим» Михаил Штин. Рефери Ян Воборник, Чехия. Fighters, guys, you know the rules. Protect yourself all time. Follow my instruction. Бойцы, покажите честный бой. Touch close. Go back to your corner. Ян Воборник продемонстрировал прекрасное знание русского языка. На ваших экранах возраст, рост и вес бойцов. Хороший рост для этой весовой категории. Чуть-чуть на 200 граммов Михаил Штин перевесил, но есть определенный допуск категорию, поэтому не страшно. Тем более бой не титульный. Легко бойцов различать. Перчатки с синим скотчем Усаян, перчатки с красным. И сразу пошел вперед Максим Усаян. Вот тут отбросил ноги Михаил Штин, пытается защититься от переводов Парта. Тем не менее, вторым темпом Усаян накатывает. Ну, нужно попробовать подсечь ногу, наверное. Но пока ничего не дает сделать Михаил Штин. Уверенно защищается. Мы видим, левой ногой он делает такую накладку на ногу. И подсечка. Опять же, не увенчалась она таким успехом. Да, удалось вырваться Штину из неприятной ситуации. Продолжается поединок в стойке. Хорошая комбинация от Штина. Очень опасный удар, да, с разворота, да, проводил, да, попадает, Максим. Но... Ой, прошу прощения, Михаил. Но подхватывает Усаян Штина. Максим хочет в партер, это видно, забирает сейчас он шею. Удастся ли ему застегнуть ноги на пояснице соперника, заправить ноги? Нужно завести ногу и попытаться забрать шею. Но меняется ситуация и... Удалось выйти из этого положения Михаилу Штину. Михаил в партер пока не хочет, это было видно. Он даже вышел из ситуации с ударом. То есть не вошел с ударом, а вышел с ударом. Ну и сейчас будет, наверное, обстукивать. Вот при подъеме пропускает Усаян. Успел опасным ударом коленом нанести Михаил Штин. Но Усаян, да, не оставляет попыток перевода в партер. Ему Максим, это тот боец, который будет идти постоянно вперед и постоянно стремиться к партеру. Вот мы видим, Михаил Штин отбрасывает ноги, но пока что захват разжать не может. Ну вот освобождается от захвата, но меняет угол атаки. Усаян пытается забрать ногу и в итоге оказывается в партере внизу сам. Но кто знает, может быть, Максиму даже удобнее. Да, попытка выйти на болевую на руку со стороны Усаяна. Слэм от Штина. Сбрасывает он, да, Максима. Если Михаил окажется сверху в партере, конечно, ему нужно пускать в ход руки. Тут не всяких сомнений. Но просто пытается выбраться. Там попытка скрутка пятки, видимо, хотел выйти на болевой на ногу Усаян. Но уже так уверенно встал на ногах сейчас Михаил Штин. Это будет достаточно сложно сделать. Но мы видим, продолжает да, цепляется идти к этому, за соперника, да. Максим Усаян не хочет он отпускать Штина. По-прежнему не оставляет попыток. Да, и достаточно плотно зацепил ногу сейчас. Будет выходить на скрутку пятки. Но там есть шансы у Михаила все же ногу выдернуть. Нельзя хвататься за клетку. Очень внимательно следит за этим Ян Воборник. Смотрите, снизу пробил Максим Усаян. Так, будет устное замечание, возможно. И разбил, посмотрите, возможно, тем ударом как раз-таки нос. Ну, а даже вот так вот не ограничился устным замечанием Ян Воборник. А снимает балл. Снимает балл, да, с Михаила Штина за то, что тот постоянно цеплялся за сетку руками. И это запрещено. Такое достаточно серьезное преимущество получает Максим Усаян в первом раунде. Поэтому уж кому и нужно будет сейчас рисковать, то это, конечно же, Михаилу Штину.
попадает двумя ударами. Да, сейчас Максим Усаян. Причем начал достаточно издалека. Казалось, что успеет Михаил Штин среагировать. Нет, и у нас был размен прямо у клетки. Снова попытка от Максима Усаяна перевода в партер. Он затаскивает в партер Штина, но при этом находится сам снизу. Здесь была попытка отключить коленом руку у Михаила Штина. Заходит Михаил все-таки в партер. Но опять здесь, смотрите, как цепляет ногу Максим Усаян. Максим себя в партере чувствует замечательно, даже находясь внизу. Вот так меняется ситуация. Ну, свободные руки у Штина. Нужно пускать в ход и кулаки, и локти здесь, конечно же. Максим Усаян садится за 23 секунды до конца первого раунда. Находится в маунте. Сейчас Михаил Штин. Но Усаян мастит. Удалось, да, удалось выйти Усаяну. Но, может быть, попытается снова Михаил Штин зайти в маунт. Между тем у нас концовка первого раунда, мы слышим. Но здесь он так, в общем-то, контролирует соперника. Но смотрите, что делает Усаян. Он под гонг успевает нанести несколько ударов снизу. Ну что ж, насыщенный первый раунд. Очень насыщенный первый раунд, да, и бойцы расходятся на перерыв. Очень много сил они потратили в этом раунде. Ну, смотрите, здесь и был хороший момент у Усаяна. Удалось ему разбить нос сопернику. Плюс с Михаила Штина сняли бал. И поэтому психологическое преимущество было на стороне Усаяна. Но и в партере, в общем-то, он себя чувствовал очень неплохо. Давайте послушаем угол Усаяна. Вот здесь пропускает Уширу Усаян, но тем не менее переводит соперника в партер. Ну и вот работа Штина. Здесь два удара мимо, кстати. Не попал Михаил. И был но неплохой... это концовка у нас первого раунда. Там еще был перед этим неплохой спурт от Максима Усаяна. Second round, guys. Second round. Fight. Ну что ж, у нас второй раунд. Михаил Штин, перчатки с красным скотчем. Максим Усаян, перчатки с синим. Хорошая Ушира. Опять от Михаила Штина. И чувствуется, что Максим Усаян ждет момента. Хорошо пропускает Штин сейчас. Издали. Тут еще удар с разворота. Ушира. Колено. Пытается спастись в клинче Максим Усаян. Попытается перевести соперника в партер. Клинч-стойки подсекает Штин. Как раз-таки переводит уже сам Штин. Но смотрите, Усаян работает локтями навстречу. Очень активно Максим защищается, находясь в партере. Причем очень много выбрасывает ударов ногами. Он это пробует, и его удары достигают цели. Там пытался накинуть он треугольник на шею Штину. Ох, как опасно попадает размашистым ударом Штин. Вот я даже слышу угловых Штина, которые кричат «добивай». Да, это как раз-таки наставник Сергей Шумилов подсказывает. Ну, здесь вариант или дать сопернику подняться, или попытаться обойти ноги и зайти в партер с ударом до Михаила Штина. Да, и рефери принимает решение поднять бойцов в стойку. И у нас снова стойка. Ну а в стойке мы видели, как неплохо поработало. Ну, а вот Михаил пошел Штин уже вперед. Реванш, да, такой спурт от Максима Усаяна. Ничего еще в этом поединке не ясно. Ушел Усаян от бэкфиста. Ох, какие мощные удары выбрасывает сейчас Усаян. И вот теперь уже Штин, пытаясь перевести своего соперника в партер, спасается. Опа, от этих здесь ударов. Есть шанс забрать спину и шею у Максима Усаяна. Он может зайти в бэк-маунт спокойно. Нет, он заходит в обычный маунт. Заправить ноги. Но здесь побить и попытаться придушить соперника. Это вариант. Так, выходит на удушающий прием Максим Усаян, по-моему. Издача, да! Ух! Второй раунд, и у нас снова победа удушающим приемом. Вот так вот, дорогие друзья.
Но бой был очень ярким, очень конкурентным. Были хорошие моменты у Михаила Штина. Но Максим Усаян воспользовался тем, что очень хорошо чувствует себя в партере. Да, и он снова доказал, что именно как раз-таки в партере он очень хорошо работает. Во втором раунде удушающим приемом треугольник на шею. Real Naked Choke, как говорят зарубежные коллеги. Побеждает Максим Усаян. И скажу вам, это хорошая заявка. Опять хорошая заявка для Максима. Победа над бойцом с рекордом 6-1. Да, были, конечно, моменты, над которыми Максиму нужно будет много и усердно работать на тренировках. Но, тем не менее, он доказал, что может, преодолевая трудности, поменять исход поединка. Наши поздравления Максиму Усаяну и огромнейшее уважение Михаилу Штину, который сделал этот поединок конкурентным. Конечно же. Ждем официального объявления победителя. Уважаемые дамы и господа, на второй минуте 8 секунды второго раунда победу удушающим приемом одержал Максим Усаян!